бы 8 на 8, 8 на 8, да, то есть там две строфы, и каждая делится на, то есть получается 4 пады, каждая по 8 частей, по 8 слогов, так скажем. Вот, он такой равноразмерный, им написаны Ануштукхам, в основном написана вся Махабхарата и Рамаяна. Это им написаны также все вот стотры, то, что вы слышите, в основном это, ну, там разные тоже есть, но это как бы самый распространенный, классический. Он имеет иногда какой-то добавленный слог у себя, да, чтобы слушатели не впадали в транс, немножко так он их выбивает. То есть тогда много-много-много идет строк. Вот 8 числа я буду читать, например, главы из Рамаяны, и можно будет слышать как раз, как это звучит, когда это долго, то, что называется. Вот. И